К другим темам. О борьбе с подростковой агрессией и о социальном поведении детей сегодня говорили на заседании комиссии по делам несовершеннолетних при правительстве Самарской области. С 2009 года в школах России создаются так называемые службы медиации. Их задача – выявлять и устранять конфликты в подростковой среде, предупреждать правонарушения. Формируются службы с преподавателей, прошедших специальные курсы, и авторитетных учеников. В школах Самарской области за 8 лет созданы только 22 такие организации. Благодаря их работе решено около 700 конфликтов. К 2018 году число служб детского примирения планируется увеличить до 100. В тех школах, где службы созданы, сокращается количество правонарушений, совершаемых несовершеннолетними. Ну и особенно нам важно, конечно, здесь отслеживать повторные правонарушения, чтобы не было рецидивных проявлений. Основное поручение – это Министерство образования. Соберите специалистов, выслушайте еще раз, наспоритесь на здоровье. И давайте, чтобы служба была, жила, развивалась, понималась, усваивалась всеми.